Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самайуктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндхбевача Патитананг Пабунибба Вайшнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирам Яткипатамханг Ванди Парамананда Мадавам Бриндахой Тулсидев Вайпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шаданурахта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Бараньо Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тиртас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуриджита Кимапига Бхавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Кадакивам Курус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рама Хари Аджану Ломбита Бхуджау Канака Бодату Санкиртанай Кавитару Камала Ятакша Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Садан Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Барана Сипурапати Бхаджаби Шанатам Баги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасья Стихидай Цанбид Там Нишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рам Рам
एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयोनिनम् पारंपर्येन के संचित पाषण मतयो अपरे एवं प्रकृति वैचित्रात् एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यते मतयोनिनम् पारंपर्येन के संचित पाषण मतयो अपरे Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Jagannatha Paramahansa Acharya told that to give full attraction Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami такого Прабхупада сказал, чтобы что единственная обязанность Ачарьи – это защищать Сиддханту, защищать наше учение. Единственная обязанность Ачарьи – это защищать Сиддханту. Гауди Гоштипати. Сисил Бхакти Сиддханта. Сарасвати Госвами такого Прабхупад Джагадгуру сказал, что единственная обязанность подлинного Ачарьи защищать полностью Сиддханту. Почему? Разве у него нет никаких других обязанностей? Да, ничего более важного нету. Если Сиддхантовани защищены, то тогда все остальное оно автоматически защищено. Подобно тому, как вы полностью предались лотосным стопам Бхагавана, то тогда автоматически баджан будет совершаться. Поскольку не без понимания Верховной Личности Бога, как вы можете развить влечение к лотосным стопам Бхагавана? Вы не предаетесь какому-то мошеннику или нищему. Предаетесь тому, что привлекает вас, а что привлекает это ачарон, это идеальный характер, это ачарон. Ачарон, он гораздо более важен, чем лекции какие-то. Ачарон, характер проповедника гораздо важнее того, что он говорит. Я могу доказать вам, и вот что единственная обязанность подлинного ачарьи – это защищать Сиддханту. Если Сиддхантовани защищены, это значит, то учение Кришны или Кришны читание. То есть, если кто-то отклоняется от этого пути, мы можем опознать и попытаться направить его на должный путь. И это обязанность Вишвайшнава Раджа Сабхи. Обязанность Вишвайшнава Раджа Сабхи – это не шутить с кем-то и не делать какие-то спектакли. Все заняты какими-то корыстными интересами. Кто может их... Кто может их исправить? Или сделать что-то, чтобы они... Подумали хотя бы о том, что они делают, обязанности Вайшнава говорить что и что. Если Вайшнава молчат, несмотря на всю ерунду, которая происходит вокруг, то что толку от этого Вайшнава, как от доктора, который видит, что все болеют, но ничего не делает, это такой доктор бестолковый. Также главная обязанность Ачарьи – это защищать Сиддханту. И это наибольшая проблема во всем обществе. Поскольку, чтобы полностью защитить Сиддханту, нужно утвердиться в ачароне, которое показал нам Шриман Махапрабху. И поэтому мало кто заинтересован в этом. Чтобы полностью защитить Сиддханту, единственное, что нужно делать, просто красиво говорить, этого мало. Защитить Сиддханту, это значит, что мы сами должны следовать этому. Следовать идеальному примеру, который показал Шриман Махапрабху. И если мы не утвердились полностью в ачароне, показанном Шриманом Махапрабху, то тогда
вряд ли мы можем защитить не только Сиддханту, но и себя. Если нет гуру и вайшнава, Шрила Прабхупад говорит, если нет подлинного защитника, и Шрила Прабхупад говорит в тот момент, когда мы обнаружим, что нет никого, на кого мы могли полагаться, того, кто мог защитить нас, то это может стать причиной нашего падения, поскольку вся окружающая обстановка может стать враждебной. А кто наши защитники? Это гуру вайшнавы. Бхагаван, он не собирается защищать нас непосредственно, только через гуру вайшнавов. Это их обязанность, и та шлока, с которой начала, она очень важна. Это учение Бхагавана Шри Кришны Удаве. И вот почему мы отклонились от пути Шри Чайтаньи Махапрабху, почему мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, почему нет нашей общей высокой цели, почему нет связующей силы. Это из-за недостатка баджаны. Баджан значит сделать все ради удовлетворения Верховного Господа, делать все ради того, чтобы Господь был доволен. Это наш баджан. Делать все, чтобы Господь был доволен, это мой баджан. Кто-то думает, что Махараджа не совершает никакого баджана, но что такое баджан? Я всегда занят тем, чтобы Господь был доволен мною, и пытаюсь как-то служить Сиддханте. Шрила Прабхупад говорил до тех пор. Шрила Прабхупад говорил до тех пор, пока вы не предались на 100% лотосным стопам гуру вайшнавов и Бхагавана. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати говорил до тех пор, пока вы на 100% не предались лотосным стопам Верховного Господа, имею в виду гуру вайшнавов, до тех пор у вас нет способности, права говорить об абсолютной истине. Вы будете бояться, что кто-то может возразить, напасть на меня, начать бороться со мной, проповедь как-то пытаться остановить. Но если не те надо с нами, то у нас не будет никакого страха. Я не могу прекратить говорить об абсолютной истине. Если кто-то пытается препятствовать, то посмотрим, если Нитянанда и Нарсимхадев. Шрила Прабхупад говорит, что если ваша жизнь посвящена этой абсолютной истине, то тогда будьте уверены, что эта абсолютная истина снизойдет, чтобы защитить вас. Какие-то деньги или власть, или еще какие-то материальные вещи, они не могут защитить вас, а ваши родители, родственники, тоже никто не может защитить вас. Шрила Прабхупад говорит, если ваша жизнь полностью посвящена лотосным стопам этой абсолютной истине, вы говорите об этой, продолжайте говорить об этой абсолютной истине, если кто-то будет нападать на вас или пытаться прекратить вашу проповедь, то эта абсолютная истина, она защитит вас. Я написал так много протестных книг. Многие были недовольны, как-то пытались препятствовать, но навредить мне никто не мог. Но иногда можно достаточно часто наблюдать, что под именем вайшнавизма происходит какой-то явный обман. И как, кто это обличает, становится врагом общества. Кто такой Джива Госвами Пад? Вы слышали его имя? И вот суть в том, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав, очень опасная ситуация во всем мире. Никто не хочет следовать тому самому пути, показанному Гауранга Махапрабху. И до тех пор,
пока я не утвердился в ачароне, в идеальном поведении Шри Чайтанья Махапрабху, его идеальном характере, у меня нет права говорить харикатху. До тех пор у меня нет права говорить о Сиддханте Вичаре, поскольку ачарон гораздо более важен, чем проповедь. Я буду говорить об этом на день ухода Шрила Харидаса Такура и Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа. Сегодня времени мало, но в следующий день продолжу. И вот суть в том, из-за разнообразия природы живых существ, у кого-то у всех разные самскары, разные склонности, все родились в разных местах, в разных культурах. То есть у всех разные привычки, склонности. И вот те, кто смотрит на подлинную чистоту и характер Гуру Вайшнавов, их самскара, они меняются, они продвигаются выше. Я видел жизнь Шрилы Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа, его безупречную чистоту, и никто не может одурить меня. Как? Насколько он был чист физически и ментально. Он поддерживал как внешнюю, так и внутреннюю чистоту. И вот из-за различных самскар. И вот из-за этого то учение, которое мы получаем от Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура или Махапрабху, из-за наших самскар, получается, ну, мы усваиваем как-то по-разному. То есть и вот в зависимости от самскар конкретного человека, все принимают в той или иной степени. То есть то, как я принял Сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, не каждый может принять в этой же степени. То есть каждый воспринимает учение Шримана Махапрабху и Бхактивинода Такура в разной степени. Я могу привести пример, которого более чем достаточно. Как Гималай, например, очень велики. Мы, конечно, можем рассказывать много о Гималаях, что они очень велики, очень со снежными вершинами, но можно показать человеку Гималаи вместо того, чтобы рассказывать. Я, конечно, много слышал о Гималаях, но когда я там очутился, я воспринял это совершенно по-другому. И когда та же самая единая Брахма-таттва, как, смотрите, Девагуру Брихаспати, и вот он говорил об этой Брахма-таттве перед своими учениками, перед Индрой и Вирочаной. Асура Радж Вирочан. И вот Гурудев тот же самый, и ученики тоже сидели рядом и слушали о Брахма-таттве. И вот через год, когда он рассказал о Брахма-таттве, то Гурудев сказал, что вы поняли о Брахма-таттве. И тогда Вирочан говорит что-то неправильное, неясное. И в то время как Индра, он сказал что-то более конкретное, но не полностью. Почему? Вроде Гурудев тот же самый, и слушают они то же самое. Где все получили в одно время практически. И почему? Они... Почему их прогресс в таком
заторможен в состоянии, а другой преданный прогрессирует более быстро. Почему так происходит? И поскольку в соответствии с самскарами каждого разные преданные, разные люди, все они рождены, выросли в различных обстоятельствах, а садусанга очень сложный термин. Кто-то может подумать, что пойдет куда-то послушать лекцию, это сатсанга, но Бхактивинода Тхакура говорит, что часто бывает, что под именем сатсанги не получают асатсангу, и поэтому не всегда можно обнаружить их прогресс в баджане, кто такой саду. И это главная проблема во всем мире. В мире есть одна проблема, то, что люди не понимают вайшнава-татвы, гуру-татвы, саду-санги, что такое подлинная харикатха. Они не могут понять этого. Под именем харикатхи материальные лекции происходят, но люди думают, что это харикатха. Они не знают, поскольку харикатха – это то, что изменит наше сердце, произведет эволюцию в нашем сознании. Харикатха – то, что меняет нашу жизнь. Вайшнав – это не какой-то джентльмен, чтобы говорить как-то слишком сладко, слишком вежливо и слишком красиво. Это зависит от конкретной ситуации, от наших самскар, от нашей способности воспринять, принять и осознать то, что мы услышали. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О Удав, то есть, смотрите, они слушали учение от одного Гурудева, но почему такой разный результат? Мы знаем от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, например, Шрила Прабхупада, во времена Шрилы Прабхупады Матаджи гирлянды никогда не предлагали. Можно поклониться, конечно, но гирлянду предлагать было не принято. Сейчас можно видеть, многие ачарьи это делают. Но во время Шрилы Прабхупады это... наоборот. То, что Матаджи могла предложить гирлянду только своему мужу во время свадьбы, а во все остальное время никогда не было такого. Но сейчас можно видеть, многие ачарьи от Матаджи принимают гирлянды, и кто за этим следит? Какие-то глупые люди не знают этикет, показанный Шрилой Прабхупадой и Бхактивинодой Тхакуром. И это их слабость. Они думают, боятся, что если кто-то будет говорить о Шриле Прабхупаде и Бхактивинодой Тхакуре, почему такие темы возникают, лучше о чем-то попроще говорить. А что такое простые темы? Доктор говорит о том, что поможет вам излечиться от вашей болезни, если вы сами будете советовать доктору, что делать, то никакого излечения от вашей болезни не произойдет. То есть доктор, он образованный, знает, по идее, должен знать лучше, что лучше для вас. И таким образом, не следуя советы ачарьи, которая олицетворяет собой такого духовного доктора, мы, не следуя его советам, не сможем исцелиться от наших проблем. И вот в соответствии с различными самскарами, то же самое учение, все воспринимают по-разному из-за своей способности восприятия. И вот кто-то следует парампаре, кто-то следует... А кто-то следует по шандам, каким-то демонам. Пашанды, значит, такие бессердечные, безбожники.
вот ученый Дарвин, он написал какую-то статью. Теорию эволюции, но нам выяснилось впоследствии, он сам в ней разочаровался. И вот в этом мире многие пытаются совершать баджан, но если вы не совершаете совершенную садусангу, никто не может гарантировать, что вы станете успешными. В вашем баджане это вопрос выживания на пути баджана. Не вопрос, чтобы какого-то хвастовства или сделание что-то на показ перед другими. Баджан — это не гимнастика, не жонглирование чем-то. Мы должны все время делать то, чем будет довольны гуру и вайшнавы. Мы должны посвятить свою жизнь гуру и вайшнавам, как борцы за свободу. Они посвящают свою жизнь стране, но они готовы умереть ради своей родной страны, но мы часто ни на что не готовы ради гуру вайшнавов и Бхагавана. И таким образом вся сиддханта, она, то есть мы отклоняемся от изначального пути. И глупые люди иногда даже видя, что и гуру явно отклонился от пути, все равно следует ему. И рады оказаться в одном аду вместе со своим гуру. Шрила Джива Госвами Пад, он один из величайших вайшнавов во всей Вселенной. Не в этом мире, а во всех мирах. Такого пандити, такого вичара, такого знания, такого идеального характера сложно найти у кого-то, если я буду говорить на эту тему. Это займет месяцы, чтобы обсудить все о Джива Госвами Паде. И все же я по милости Джива Госвами Пада и Гуру Варгаги, я хочу что-то сказать, а не Татвачари Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура говорит. Джива Госвами Пад — это наш Гауди Татвачари. Он несравнен и безупречен, и непревзойден. Даже в те дни великие ачарьи и пандиты, они приносили свои книги, чтобы Джива Госвами Пад их исправил. Татва Прадип, например, вы знаете, книга Татва Прадип. Валабхачарья написал эту книгу «Татва Прадип». И вот там много Веданта Вичара, очень запутанного. Он пришел к Джива Госвами Паду. Пожалуйста, проверь. Джива Госвами Пад проверил и хотел убрать множество тезисов с этой книги. Валабхачарья написал ее, но когда Джива Госвами Пад, он хотел отредактировать много, много удалил с этой книги. Согласно Гауди Веданта Вичара, извините меня, но это все неправильно. И как Валабхачари узнал? О величии Джива Госвами Пада. Я могу вернуться к одному случаю, чтобы вы поняли. Шрила Рупа Госвами Пад, он написал, составил книгу Расамрита Синдху. И я говорю о тех днях. И когда вы слушаете Харикатху, я буду вас перемещать в различные места и времена. И вот там Рупа Госвами Пад написал одну книгу, Расамрита Синдху зовется. И Джива Госвами Пад, он ученик Рупа Госвами Пада. Джива Госвами Пад, он омахивал апахалом Рупа Госвами, чтобы Гурудев чувствовал себя, чтобы ему не было так жарко.
пытался что-то делать для него. Это их милость, что они принимают служение от нас из-за своей милости. Они прощают нас за какие-то недостатки. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил: «Мой Гурудев Шрила Прабхупад». Иногда он говорил: «О, глупец! Ты не знаешь, что нужно делать не так, а вот получше». И Шрила Кешава Госвами Махарадж плакал, все это говорит: «И где же мой Гурудев, который может подсказать мне, что нужно делать должным образом?» И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он вспоминает о Шриле Прабхупаде. И вот Джива Госвами Пад, Шрила Прабхупад, Джива Госвами Пад, все они ушли, и я в уме должен всегда помнить о них. Мой Гурудев говорил: «О, мой сын, то вопрос очень хорош, как же обрести благое общение, это не шутки». И сейчас Саду Санга, она очень редка, и поэтому Гуранга Махапрабху пришел в этот материальный мир в форме саду. Джагатананда Пандит в Прамавиварте говорит: «В Кали-югу обрести чистого саду очень сложно, и поэтому Гуранга Махапрабху, он пришел в форме преданного: «О Кришна, пожалуйста, благослови меня, преданный, благословите меня». Гуру Махарадж говорил мне: «Я был глуп». И я спрашивал Гуру Махараджа: «Гуру Махарадж, как обрести сатсангу, поскольку вы вскоре уйдете, я думаю, как же, где обрести саду-сангу?» Гуру Махарадж ничего не отвечал. Я несколько раз спрашивал, и однажды у меня, когда мы были наедине, он ответил. Джива Госвами Пад махивал своего Гурудева Рупу Госвами Апахалам и пришел в Валлапрачарья и спросил. И вот Рупа Госвами Пад поклонился ему: «Валлапрачарья, у нас более высокой семьи происходит». А Рупа Госвами Пад с более высокой семьи, но все же он, их нельзя сравнивать в такой степени, они все вайшнавы, они все велики. Не... И вот Рупа Госвами Пад пишет, спрашивает, что за книгу. Он пишет. И вот они поклонились друг другу, и тот сказал: «Я пишу Расамрита Синдху. Вот эта книга закончена?» «Нет, еще не закончена. Тогда можешь дать мне на проверку, я проверю, отредактирую». Рупа Госвами Пад сказал: «Да, хорошо. Кришна послал тебя как этого редактора». И в то время, как они поговорили с Рупа Госвами Падом, тот пошел принимать омовение в Ямуну, и Джива Госвами Пад попросил Рупа Госвами Пада, чтобы тоже пойти на Ямуну, что воды нету, нужно. Вот под предлогом того, чтобы набрать воды, он пошел встретиться с этим Валлапрачарьей. Чтобы спросить, какие недостатки он нашел в книге его Гурудева, чтобы представить себя как редактора. И Джива Госвами Пад пошел, догнал его и спросил: «Что за ошибки, недостатки вы увидели в книге моего Гурудева, что вы посмели предложить свои услуги по их исправлению?» И тогда один, и вот они начали говорить, Валлапрачарья говорил, Джива Госвами Пад возражал. И вот так дискуссия происходила. И тем временем и Валлапрачарья, он
был удивлен, видя его глубочайшее знание Джива Госвами Пада, как он в таком малом возрасте уже имеет такое знание, и он вернулся, чтобы поговорить с Рупа Госвами, спросить, кто этот мальчик. Который же служит тебе, и что говорить. По желанию Гауранги Махапрабху он получил харинами дикшу от меня. Он никогда не говорил, что он его гуру. Он живет, помогает мне. И в прежней жизни он был сыном моего младшего брата. И вот он спросил и ушел. И когда Джива Госвами Пад вернулся, Рупа Госвами Пад понял, поскольку Валабхачарья, он перед тем, как уйти, сказал, что твою книгу не нужно редактировать, там все идеально. И Рупа Госвами сказал Джива Госвами Паду, чтобы тот уходил прочь. Почему? Он хотел исправить мою книгу из-за его милости. А ты не мог потерпеть этого. И уходи прочь. Я не могу позволить тебе жить дальше здесь. И вот Джива Госвами Пад плача ушел. Без еды, без воды он практически умирал. И в итоге в деревне Байгаон, это то место, где в Двадаши Титхи, и вот следующий день после Экадаши, Нанда Махарадж отправился принять омовение в Ямуну в 2 часа ночи. Часов у него не было, слишком рано пришел. И Варуна, бог воды, и вот они взяли Нанда Махараджа, поймали и утащили в царство Варуны. И Нанда Махарадж плакал, молился: «О, Кришна, спаси меня!» И поэтому то место, где сейчас там высохло все, но это место назвали в честь этого случая. Нанда Махарадж испугался, кто его утащит. И поэтому это место так назвали. И вот Джива Госвами Пад, он пришел туда, там написал Сат Сандарбу, 6 сандарб. Тату Сандарба, Прити Сандарба, Кришна Сандарба, Бхагават Сандарбха, вот он 6 сандарбх написал, и я расскажу, что значит это сандарбха. Джива Госвами Пад, он хотел составить все 6 сандарбх там. И вот он практически помирал без еды и воды, и в итоге в процессе 64 крошной, 84-крошная парикрамы Санатан Госвами проходил там, и местные жители, они были очень рады видеть его и сказали, что здесь какой-то саду не ест, не пьет, помирает практически от голода, мы пытаемся его накормить, но ничего не ест. И он спросил, кто это, и тот понял, что это Джива Госвами, скорее всего. И вот он пошел посмотреть на него, в Раджавасе взяли Санатану, и Санатан увидел, что это
Джива Госвами. Мой Джива. Что случилось, Джива? Джива Госвамипад не мог ничего сказать. Джива Госвамипад не мог ответить, только плакал и плакал. Он расплакался. Он упал к лотосным стопам Санатана, не смог ничего ответить, что случилось. И в итоге он обнял Джива Госвами, и он узнал, поднял причину, иди, пойдем со мной. И вот он взял Джива Госвамипада, и они пошли к Рупе Госвами. Рупа Госвами там стоял около дерева, и Санатан Госвами пошел, встретился с ним. Рупа Госвами поклонился лотосным стопам Гурудева. Санатан Госвами — это Гурудев был Рупа Госвами. И вот Рупа Госвами был удивлен, ты пришел, да. И тогда Санатан Госвами спросил, Дживедоя, эти слова мы можем видеть только в книгах, не в практической форме. Что ты имеешь в виду? Я хочу сказать, что Дживедоя, милости к душам, дживам, это только в книгах, а не практически. И что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что Джива плохого сделал. Что сделал Джива плохого, что ты его выгнал? И Рупа Госвамипад, он не знал, что ответить. Это обязанность ученика защищать величие, славу своего Гурудева. Это так или нет? Это обязанность Гуру Вайшнава и учеников Гуру Вайшнава защищать достоинство своего Гурудева. И когда Валабхачарья хотел тебя оскорбить, то он все правильно сделал. Это была его обязанность, и все правильно он сделал. За что ты его выгнал? Его по Госвамипад, он опять принял Дживу Госвамипад, обнял его, сказал однажды. Великий пандит. Он собирал справки со всех, что они побеждены им. Но обычно больше делать нечего было, как с ним спорить, поэтому просто давали ему справки, что они побеждены, и все. И вот Рупа Санатана тоже не стали тратить на него время, просто написали, что побеждены им, и все. И тот к Дживе Госвами пришел, сказал, что ваш Гурудев, твой Гурудев и пам Гурудев дали справку, что побеждены мною. Так что давай ты тоже пиши справку, что побежденный, либо давай сражаться. И Дживе Госвами был удивлен, что ты несешь. А, ну хорошо, давай спорить. И вот они начали обсуждать Сиддханту, один тезис за другим, и этот пандит в соответствии со своими представлениями, то есть он думал о себе, что он великий пандит. И он, когда Джива Госвамипад приводил ему аргументы, он начал бояться все сильнее и сильнее. Он понял, что он встретил того, кого не сможет победить. И он был полностью разгромлен и ушел с позором. И это обязанность ученика —
защищать достоинство, величие, славу своего Гурудева, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура. Это моя обязанность, чтобы защищать Гаудия Матх. Если кто-то будет противодействовать этому, то это их проблемы, но пускай придут и докажут, что Гаудия Матх — ничто. Если у них есть сила, то есть кто-то доказывает, что они лучше, чем Гаудия Матх, а по факту только приносит беспокойство везде. Шрила Прабхупад говорит, мы не можем вот Шрила Прабхупад говорит, очень сложно дать кому-то каплю, даже каплю бхакти, материалисты, они слишком материалисты, чтобы воспринять что-то. И очень сложно вложить хотя бы каплю веры в их сердце. Шрадха значит вера. А те, кто слушает харикатху от меня, от Гуру Варги имеется в виду, я просто инструмент в их руках. Иногда можно видеть, какие-то проповедники очень сильно возмущаются, если кто-то из других проповедников даже случайно оказывается на поле их проповеди, то есть как воспринимает проповедь как какой-то медицинский, этот медицинский округ, где живут его там пациенты, как свою больницу. Я думаю, таких проповедников даже нет никакого представления о вайшнавизме, даже о каких-то простых вещах, если они могут заявлять так. Если кто-то говорит о славе Гуру Вайшнава, что плохого в этом, зачем вы завидуете? То есть можно видеть, многие проповедники просто ездят для сбора денег, занимаются политикой и прочей ерундой, и не позволяют никому другому проповедовать в тех местах, где они проявляются. Это обязанность Дживы Госвамипада, чтобы защитить достоинство Гурудева и Парамгурудева, и поэтому он все сделал правильно. Валапрачарья, когда написал Татва Прадип, Джива Госвамипад нашел множество недостатков там. И Валабхачарья, он принял это и все исправил. Джива Госвамипад отредактировал эту книгу, но их сам продая не принимает. И им стыдно признать этот факт, что Джива Госвамипад нашел множество ошибок в книге их гуру. Материальное знание называется пратибха. То, что отлично от бхакти. Иногда у нас есть какие-то образования, какие-то способности, но нельзя с вайшнавизмом сравнить. И с качеством вайшнавизма, который может быть и какого-то внешне неграмотного человека. И таким образом, один за одним, чтобы защитить все Гауди Вайшнавское общество, подумайте об этом. Ваши подсчеты, даже во сне вы не можете достичь этого, что Джива Госвамипад, чего достиг Джива Госвамипад, он думал о том, как защитить нас всех. Джива Госвамипад мог осознать, что будущие поклонения могут
отклониться от пути, от того, что они не понимают сиддханту, они могут совершать ошибки и разрушить вайшнавское общество. Поэтому он написал Сандарбхи. Сандарбха значит суть Бхагаватам. Сандарбха внешнее и внутреннее значение, значит суть, экстракт всего Бхагаватам. Прити Сандарбха, Бхагават Сандарбха, Татва Сандарбха, Кришна Сандарбха, все шесть Сандарбх. Даже после этого Джива Госвами Пад Крама Сандарбху написал, что каждую шлоку объяснил. Какую силу, какое могущество он имел, что он написал так много замечательных книг, чтобы защитить сиддханту. Вайшнавы, они очень милостивы. Вайшнавы, они очень милостивы, что я не могу объяснить. Их милость, беспричинная милость, она достигает такого уровня, что я даже не могу объяснить сейчас или в будущем. В будущем они видят, что произойдет в будущем, что не все смогут понять сиддханту Бхагаватам, будут находить ошибки даже Бхагаватам. Как один пример я могу привести. Варахаватаре. Джива Госвамипад, если бы он не объяснил, как мы могли бы понять Сиддхарта Госвамипад. И вот они объясняют, что Вараха есть два аватара. Вараха есть два аватара. Один Варахаватар. Это черный вараха, Кришна, а другой белый. И как можно найти в Бхагаватам, что один только вараха аватара? Если у вас есть деньги, кто-то хочет купить Бхагаватам. Ну, в прошлой жизни, в смысле, какое-то время назад у Махараджа не было денег, он книги не покупал, а просил. И вот он был на Саддхананда Годи Матхи, видит, книги печатают хорошие. Я взял книгу, спросил, сколько стоит, 120 рупий стоило. А мне не было столько денег, я опечалился и положил на место. И такой-то Махарадж понял, что нету денег у меня, но книга нужна. Сказал, бери деньги как-нибудь, потом отдашь. Я был очень доволен. А кто-то покупает кучу Бхагаватам за 5-10 тысяч, а во время Джива Госвамипада не было. Книг как таковых были только пальмовые листы, на которые записывали. То есть в то время было очень сложно. И день за днем они понимали, что люди в дальнейшем могут превратно понять, как Сочетание Махапрабху он объяснял Санатани о Санатана. И вот Сочетание Махапрабху говорил Санатани о Санатан. Тема похищения жен Кришны из Двараки, это все совершено Йогамайей. И убийство Кришны — это тоже влияние Йогамайи. То есть Кришна или Бхагаван, они не могут умереть. Сичитани Махапрабху говорит, это
это создано с помощью йога моей. Шри Чайтанья Махапрабху говорит о Санатан, будь осторожен, все похищение Махиши или такая внешняя смерть Кришны. Это влияние йога майя, чтобы одурачить нас. Поскольку вы уже одурачены, Кришна еще раз хочет одурачить вас. И таким образом, будьте осторожны, Санатан Госвами думает о будущем. Что они будут делать дальше, их память будет не так хороша, как сейчас. Они не смогут все это запомнить и принять, и осознать. И Джива Госвами Пад написал даже учебник по санскритской грамматике, где все связано с именами Бхагавана. И вот он написал Харинамамрита Вьякаран. Вьякаран значит санскритская грамматика. Харинамамрита Вьякаран. Если вы запомните эти сутры, одну за одной эти, то все время мы вынуждены повторять имена Кришны, Ваманы и прочих Аджиты, Курмы и Варахи и все остальные имена Бхагавана. Джива Госвами Пад, он составил учебник по санскритской грамматике, так что учая, вот вы не теряете время зря, а повторяете имена Бхагавана. Как я, в английском тоже изучают грамматику. Но Джива Госвами Пад хотел украсить санскритскую грамматику, чтобы люди, которые ее изучают, не тратили время зря, повторили и имена Бхагавана. И даже после этого так много книг. Шрила Прабхупад с сожалением говорил, мы не можем мы не можем вложить даже каплю веры в ваше сердце. То есть и можно... Если кто-то говорит об абсолютной истине, некоторые воспринимают это как критику. И говорят, что Джива Госвами Пад, Шрила Прабхупад, они все время критиковали кого-то. Кришнат кетана гану натану кала патхо жани вазита сад бхакта вали хамса чакра мадупо сени вихараспадам карнананди калат дханир бхатуме жуха мару прангане си чайтанна дяни дета валаша нила судха свардуни. Oh, nice. Or in Sargosvami Stakam, Krishnat Kirtana Gana Nartano Paro Pemam Vitam Bhonidhi. Dhira Dhira Jana Priyopya Karo Nirmasaro Pujito. Very nice. Bande Rupa Sanatano Rukjugo Sijiva Gopalako. Банде рупа санатано рогжуго сиджива гопалако. Синивасачарья прославляет шесть великих ачарий, и мы очень удачливы, что мы получили в седьмого Госвами, это Шрила Бхактивинода Такур, мы очень удачливы. Иначе кто бы мог представить эту сложную философию в таком простом виде? Who is going to digest?
Мы очень удачливы, что наш Бхактивинода Тхакура написал столько сандарб. Он выжил суть из сути в форме очень простых книг, как Джайва-дхарма. Если вы будете изучать Джайва-дхарму, я обещаю вам, под руководством Рупа Госвами падает чистый Гуру Вайшнавов. Если вы изучаете Джайва-дхарму, вам не нужно читать других книг. Это одной книги достаточно, чтобы достичь успеха. И вот вы подумайте, как в Чайтанье Махапрабху милостив, что Махапрабху послал Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати, Бхактисиддханта Такура в нашу жизнь. Мы очень, очень удачливы. Мы должны только слушать Харикатху, наше, сидеть и слушать. И тогда вы поймете все. Но все же вы не можете делать это, в этом проблема. С вами аж таки говорится. Качество Харикатхи никогда не зависит от количества слушателей. Поскольку если какая-то проститутка голой танцует, то можно видеть, много народу собирается посмотреть. Но если Шрила Прабхупад или Бхактивинода Тхакура говорит Харикатху, то вот здесь вот Сананда Суканда Куджи был всего один слушатель или несколько. И можно ли сказать, что это не было Харикатхой? 80 Качество Харикатхи не зависит от количества слушателей. Главное, что мы должны понять, это где трансцендентный звук, а где материальный. И вот говорится, все шастры, как этот Кхирасага, Амрита была извлечена из этого Кхирасагара. И также эти шесть госвами, они знали, что люди не имеют такой способности изучить все писания, и поэтому они вспахтали океан шастр и извлекли суть для нас. И в то же самое время Бхагаван, он организовал так, что мы могли слушать совершенную Харикатху, но не все заинтересованы в том, чтобы продвигаться на пути Бхаджаны. В этом такая плачевная ситуация. Какие-то глупые люди, так называемые преданные, пишут книги и в этих пытаются доказать, что Джива Госвапад никогда не следовал Рупе и Санатане. И как они смеют писать такую ересь? Они пишут книги с такой ересью, что Джива Госвапад никогда не следовал Рупе и Санатане, но как они могут заявлять такую ерунду? Хотя Джива Госвапад сам пишет, что Рупа Санатана, что я нахожусь в океане наставления Рупы и Санатана. Джива Госвапад сам пишет так, я нахожусь в океане наставления Рупы Санатана, а какие-то люди заявляют, что он никогда не следовал ни Рупе, ни Санатане. Но как они смогут говорить такую ересь?
Вот они аргументируют это, что Рупа и Санатана были в Паракия Бхаве, а Джива Госвами пытался утвердить Свакия Бхаву. И вот пытайтесь понять, что говорит Бхактина Такура. Бхактина Такура говорит, пытайтесь понять. И вот Бхактина Такура объясняет в Брахма Самхите. И вот Бхактина Такура говорит. И вот Джива Госвами Пати и Бхактина Такура объясняет эту шлоку более прекрасно. И вот он говорит, сегодня я провозглашаю, прикоснувшись к Туласи, что глупые люди не могут совершать Харибаджан. Харибаджан — это не их дело. Те, кто совершает Харибаджан, ум очень, их, они очень разумные, они могут принять это учение. А глупые люди могут одевать одежду Бабаджи или Саньяси, пытаться проповедовать в других странах, но если посмотреть на них, то им лучше было бы проповедовать самим себе. И тогда только они могут проповедовать кому-то еще. Иначе это будет просто обман людей. И это моя просьба. Не обманывайте людей. Не нужно заниматься проповедью под предлогом, точнее, собирать деньги под предлогом проповеди. Шрила Бхактивинода Такура говорит, чтобы мы помнили это и не забывали. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, мы знаем, когда Вриндаван Дама снисходит сюда, когда Навадив Дама, Вриндаван Дама снисходит сюда, чтобы благословить нас, мы, я падшая душа и Дама, когда приходит благословить нас, Дама дает нам возможность совершать парикраму, она помогает нам. И когда Навадив Дама, Вриндаван Дама, они снизошли в этот материальный мир, это не значит, что Вриндаван или Навадвип — это часть, какая-то географическая часть этого мира. Хотя мы обнаруживаем, что Вриндаван в Уттар-Прадеше находится. Можно купить билет до Вриндавана, но никто таким образом не сможет достичь Вриндавана. И там Вриндаван можно обнаружить. Но это не адрес. Вриндаван — это не часть этого мира, этой земли. Вриндаван — это он так буквально висит, слегка соприкасается с землей. Как в этом в мире можно найти в Майпуре всяких отелей, проституточных и прочих заведений, но нельзя сказать, что они в Майпуре. Они чистые преданные, они находятся в океане блаженства, они не видят всего этого. А те материальные вещи, которые вроде находятся здесь,
а не в даме, а в материальной оболочке. И Бхактина такого, вот Дама Парикария описывает это все. Никто не может видеть Даму материальными глазами. И Шрила Прабхупад. Вриндаван, он снизошел сюда. И вот суть в том, Бхактина такого говорит, что и вот с материальной точки зрения, если посмотреть, чем занимается Кришна, Кришна танцуется, гопи, которые уже замужем за кем-то, это с материальной точки зрения отвратительно. И вот Бхактина такого говорит, то, что вы можете видеть в этом материальном мире, поскольку Вриндаван, когда он является здесь, то трансцендентный Вриндаван и йога майя, они смешиваются. И в этом материальном мире можно найти смесь трансцендентной лилы и еще чего-то. И Махарадж впоследствии объяснит все подробно. И сейчас Бхактина такого говорит, если мы обнаружим, что Кришна, он является лилу Бхакья Бхавы здесь, то почему вы возмущаетесь, что Джива Госвами говорит о Свакья Расе? Что изначально там? Пытайтесь понять, та Бхава Бхакья Бхава. Если Бхакья Бхава, я не была в вечном мире, то я не могла бы быть здесь. Вот он такого говорит, то, что чего нет там в духовном мире, то эту расу мы не можем найти здесь. И вот Кришна, он показывает Бхакья Бхаву здесь, но эта Бхакья Бхава, она так или иначе, она вечно присутствует, хотя мы знаем, во Вриндаване нет вопроса за ужас этих, за... Нет вопроса за мужество гопи на каких-то гопах. Там нет лилы женитьбы, нет лилы свадьбы, но здесь в материальном мире можно видеть Лалита женат, замужем за ком-то веса, который за ком-то, все это организовано йога майя. В Гопи-гите говорится, научно я могу подтвердить, вы никогда не слышали, то, что Свакья, она совершенно, поскольку нету, если нету свадьбы, но там есть концепция этого замужества. Нету как например, нету камсы в духовном мире. Нету камсы, но мысль о том, что камса может быть, она есть. Так как же нет свадьбы там, но мысль о том, что она может быть, она есть. И таким образом, это Бхакья Бхава, так или иначе, она присутствует в том мире, и поэтому это Бхакья можно найти здесь, в материальном мире, в форме свадьбы, которая организуется йога майя. И поэтому не спрашивайте такого. Никогда не... И поэтому никогда не возмущайтесь тем, что говорил Джива Госвами Пад о том, что он не исследовал Рупи Санатани.
Если кто-то заявляет, это несомненно ересь, это и опровергнуть такого человека, это и есть подлинный вайшнавизм. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, за наши жизни мы никогда не сможем отплатить Джива Госвами. Джива Госвами Пад, он такая великая личность, которая получила возможность совершать парикраму с Нитьянандой. Он совершал даму парикраму с самим Нитьянандой. Смотрите, Дама Таттва — это сам Нитьянанда. Дама Таттва — это Баларам Нитьянанда, и этот Нитьянанда. И этот Нитьянанда Баларам, он помог Дживи Госвами Паду совершить парикраму на Адвипы. Посмотрите, насколько он удачлив, этот Нитьянанда Прабху. Он дал наставление Дживы, Дживы иди во Вриндаван, поскольку Махапрабху дал так много служения тебе там, оно ждет тебя. Когда Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад, он убежал из дома, он плакал как сумасшедший и достиг Навадвипы. И наш Нитьянанда Баларам, наш Гурудев, изначально Гурудев, он находился в Шивасангане. И вот Махапрабху был там и Нитьянанда был там и смеялся. И сказал, я думаю, сейчас Джива придет. И вот какие-то преданные сказали, о, Джива уже пришел, вот ждет здесь. И вот преданные сказали, что Джива уже здесь. Уже пришел, приведите его сюда, и Нитьянанда поместил его лотосные стопы на голову Дживы и обнял его, и вместе с ним совершил парикраму и благословил его, чтобы тот отправился во Вриндаван. Мой Прабху Гуранга так много служений тебе дал, но по пути во Вриндаван ты должен остановиться в Варанаси. На какое-то время там есть ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. И что? Сарвабхаума Бхаттачарья, когда Ведан Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарья не обсуждали Веданту, что все это учение Гауди Сиданты, и что Сарвабхаума Бхаттачарья обрел от Шримана Махапрабху. И вот мы перевели на английский, вскоре опубликуем перед Гуру Пранима. Нилачал Махапрабху Веданта Вакья. И вот Сарвабхаума, по милости Махапрабху, он все это осознал и все это Бхагават. И вот там был некий Мадхусудан Сарасвати, и этот Мадхусудан Сарасвати, по милости Сарвабхаума Бхаттачарьи, он все это Бхагават Сиданту он услышал и принял. И вот Джива Госвами Пад, он пошел изучать Веданту от него. Он, смотрите, вечный Веданта Ачарья, но все же он явил такую лилу. Он пошел в Варанаси по указанию Нитьянанды, находился там какое-то время. И изучил Веданту, и уже оттуда пошел во Вриндаван, такова лила. И таким образом, с различных точек зрения, я могу судить все по милости Джива Госвами Пада и Гурварги, но времени мало. Махарадж будет еще на английском говорить, и потом на хинди. И на сегодня конец. Sadharma sam sapa bhavu.
Ванча Карпатару Сакипасин Вайшнава. Идану Бхавана Вайшнава.